4803. Как принял? Дайте информацию другим нарядам, что просьба оказывает содействие в случае неостановки и оказания повиновения. 8305 принял. Спасибо. Из города Джип пошел. На большой скорости. Район, про вашу службу, которую, ну, вы все-таки не понаслышке знаете, и вы ее несете. Действительно, у нас особый район, у нас есть федеральная трасса, которая, к сожалению, к нам не относится, но показатели идут, к сожалению, опять же, на ваш район. У нас есть масса федеральных объектов, у нас большое количество транспорта. В общем, по безопасности дорожного движения район сложный. Но могу отметить, что недавно законодательное собрание городской области совместно с Сергеем Павловичем Умновым проводило в этом плане определенные мероприятия. Кингисеппский отдел там был отмечен, потому что у нас хорошие показатели в этом плане. Это благодаря вам, благодаря вашей работе, благодаря тому, что вы определенно за последнее время вышли на более серьезный уровень работы. Но вот та позитивная динамика на сегодняшний день, она присутствует. И это, конечно же, благодаря вам. Поэтому я хочу пожелать вам, прежде всего, не останавливаться на достигнутом, идти вперед. Кингисеппская полиция, Кингисеппский отдел должны быть лучше. С такими, допустим, я хотел вам сказать эти слова и от лица законодательной власти вручить в лице Виталия Павловича всему коллективу благодарственное письмо за вашу хорошую работу, за вашу службу, Виталий Павлович. Я рад вас всех видеть, всех вас поздравляю с праздником, здоровья вам, долгой службы. И хотелось бы, чтобы вот левая сторона строя не была всегда больше, не постепенно перемещалась в правую сторону, с которой я вышел. Ну а правой стороне фланга строя хотелось бы как можно больше оставаться в строю. Спасибо. Спасибо. Выражаем благодарность также еще одному из руководителей, это Малькову Виталию Викторовичу, за активный вклад в обеспечение безопасности дорожного движения. Еще раз всем добрый день. Геннадий Валентинович, с большим опытом уже, наверное, все основное озвучил. Всем, короче, пожелать здоровья, уверенности в своих действиях, учитывая, что законодательство по-прежнему остается сложным многим освоением. Достаточно требует больших навыков, особенно юридических, но чтобы
умело справлялись, ну и не спешили в ту половину, да, достойно исполнять свои обязанности дальше. Остановиться справа!